Вітаю, ми продовжуємо ефір Област ТВ, в студії Андрій Глухенків. На гостях сьогодні пан Андрій Сенченко, політик, громадський діяч, лідер правозахисної організації «Сила права». Доброго дня, пане Андрію. Власне, хотілося б поговорити про такі доволі жваві події, які відбувалися під Верховною Радою, і, в принципі, в стінах Верховної Ради те, що зараз відбувається. Є певні акції протесту, які, в принципі, так чи інакше анонсувались давно, їх давно чекали, в тому числі в соцмережах обговорювали. Є вимоги учасників цих акцій. Власне, вимоги містять в собі, в тому числі, ряд юридичних аспектів, навіть зміну до Конституції, якщо говорити про недоторканність. Як можна розцінювати, наскільки можна очікувати реалізації цих вимог, на вашу точку зору? І взагалі, як можна ставитись до того, що відбувається зараз під стінами Верховної Ради? Во-первых, я бы шире оценивал это событие, не то, что под стенами Верховной Рады или внутри Верховной Рады. Это только внешнее проявление глубокого общественно-политического кризиса, который развивается в стране уже, так сказать, 3 года. И сегодняшнюю фазу я бы охарактеризовал как критическую. Вот по моим ощущениям, это ощущение поздней осени 2013 года. И то, что власть пытается сейчас сказать, они придумали такую конструкцию, что, дескать, вот тем, что поставили палатки под Радой, пытаются спровоцировать политический кризис. Но это абсурд. Еще раз подчеркну, что кризис есть глубочайший, температура в обществе есть очень высокая. И разные политики по-разному себя ведут. Кто-то уговаривает друг друга о том, что в стране не нужен третий Майдан, кто-то, может быть, мечтает об этом третьем Майдане. Но я хочу сказать следующее, что сегодня от политиков, от политических лидеров, лидеров политических партий вообще не зависит перспектива третьего Майдана. То есть общество созрело, готово взорваться, потому что то, что власть цинично делает на глазах всего общества, лжет, крадет, продает национальные интересы страны, это настолько явно происходит, что это всем видно и понятно. А когда от граждан требуют, чтобы семьи отправляли своих мужей и сыновей на фронт защищать свою страну, и люди идут и защищают. А в это время, еще раз повторю, власть лжет, крадет и предает. Вот это как раз и порождает вот эту вот волну просто уже не недоверия, а ненависти со стороны народа по отношению к власти. Теперь в отношении, так сказать, вот этого проявления, этого протеста, я вчера общался со многими людьми, которые вышли на этот протест, и хочу вам сказать, что это не заробитчане, которых каждый день собирает Рабинович под Нацбанком. Это не бабушки, которые за 200 гривен готовы отстоять весь день, потому что жить им не на что. Это в основной своей массе пришли люди, которые на самом деле пытаются на что-то повлиять и изменить свою страну. Это хорошо, то, что такие люди есть, и у них еще вера есть в какие-то положительные изменения. Но проблема в том, что всегда очень важно, не подскользнуться на старте. И вот то, что организаторы вот этого конкретного, так сказать, митинга сформулировали, я их называю такие модные требования. Модные, потому что на слуху последние лет 20 там депутатская неприкосновенность. Вот модно об этом говорить перед каждыми выборами. Но давайте ответим себе на вопрос. Вот если в четверг отменят, мы сейчас не говорим о чистоте процедуры, отменят депутатскую неприкосновенность, в пятницу страна начнет жить лучше? Еще конкретно изменится. Потом, понимаете, я считаю, что сейчас изменить ситуацию в стране уговорами власти не получится. Придется давить. Но очень важно, чтобы это давление было в конституционных рамках, в рамках реализации конституционного права граждан. На что граждане имеют, откровенно, имеют право? Граждане имеют право, чтобы в стране была легитимная избирательная комиссия. Не вот этот сброд во главе с Ахендовским, у которого нет никаких прав, и которые, по сути дела, манипулируют и позволяют власти любой, то Януковичу, теперь Порошенко, так сказать, подстраивать все под себя, любые результаты любых выборов. Народ имеет право, это конституционное право, на честный закон о выборах. С прозорными списками, я так разумею. Без мажоритарки. Без фантазий.
Когда мы говорим о мажоритарке, это просто обычная коррупционная составляющая. Но когда мы придумали и несколько лет дурим народ рассказами об открытых списках, мы, это я не имею в виду себя, я имею в виду, там, скажем, политики, да, дурят народ. Я вам напомню, последние местные выборы проводились вроде как по открытым спискам. На самом деле это была такая, знаете, кондовая, абсолютно продажная мажоритарка. Но это назвали открытыми списками. Она принесла счастье. Может быть, у нас избрали в местные советы вот тех самых правильных и честных, которые не крадут из местных бюджетов, которые на самом деле занимаются обустройством нормальной, достойной жизни в территориальных громадах, даже в условиях тех средств, которые сегодня есть. Ну, точно нет. Поэтому это очередная дурилка. Сейчас важно убрать мажоритарную составляющую, потому что это самый коррупционный механизм, самый манипулятивный. Да, перейти, может быть, они не до конца совершенные, но пропорциональные списки и спрашивать с политических партий. Эти списки же не закрыты, они публикуются. Вопрос в том, что требуют чего-то такого светлого и красивого, но мало кто вчитывается в эти списки, а очень важно вчитываться. Очень важно понять, кто эти люди, чтобы избирали не очередного яркого лидера, а избирали команду людей, которые на самом деле в состоянии не провозгласить, а реализовать программу. Вот те самые правильные вещи, о которых плюс-минус все говорят. Вот все политические партии, все политические лидеры говорят об одном и том же. Вопрос только: одним верят, другим не верят. Ну, это уже чисто субъективное. И вот это верю-не верю, оно у нас тоже в большей степени на эмоциях построено. На эмоциях, на рекламных бюджетах. А на самом деле должно быть построено на анализе этих списков, которые на самом деле не закрыты. И еще раз, нужно увидеть, способна ли эта команда дать результат и реализовать то, что она обещает. И еще об одном. Вот организаторы акции, они, я вообще не понимаю, это может быть отсутствие квалификации, опыта, но они подыграли власть. Набором требований они подыграли власть. Это почему? Растишь, и так планируете реализовывать. Вы знаете, вот эта власть, это люди очень циничные сейчас у власти, очень циничные, потому что они так себя ведут во время войны, когда требуется мобилизация всех сил общества, и очень важно доверие общества и власти. Они в это время цинично, еще раз повторю, крадут и продают свою страну. Но считать их идиотами нельзя. Они очень квалифицированные лгуны и квалифицированные манипуляторы. И именно поэтому эти люди понимают, как свести на нет этот протест. То есть Порошенко будет говорить «да» на любые требования. Почему? Потому что, ну, представим вот эти требования, которые озвучили организаторы акции. Депутатская неприкосновенность. При том, что она не осчастливит страну, но бог с ним. Вот считаем, что Порошенко говорит, да, давайте в четверг голосуем. Но властный вниз уже. Но она требует изменений в Конституцию. То есть это требует нескольких месяцев, эта процедура. Ее нельзя в четверг реализовать. Это требование. То есть он скажет «да» и втянет протестующих в длинную многомесячную процедуру. И это будет законно, потому что такое требование. Идем дальше. Антикоррупционный суд. Можно по-разному поступить. Можно попытаться его там ввести указом президента или законом. Но в этом случае приговоры этого суда будут поломаны. Приговоры против коррупционеров высшего ранга. В конечном итоге будут поломаны в Европейском суде по правам человека. И виновато будет наше государство. И платить потом этим коррупционерам, выплачивать им моральный ущерб, мы с вами будем как граждане-налогоплательщики. Поэтому антикоррупционный суд делать нужно, но это нужно делать четко, соблюдая процедуру. А эта процедура требует изменений в Конституцию. Если делать так, фундаментально, как мы хотим, защищенный с особым статусом этих судей и так далее, тогда нужно вносить изменения. А это тоже многомесячная процедура. И Порошенко скажет «да». Хотя он никогда в жизни, вот до последнего своего вздоха во власти, он не позволит создать ни один независимый суд. Ни антикоррупционный, ни любой другой там районный суд в нашей стране. Это просто противоречит его, ну, знаете, образу мышления.
Ну, я так розумію, питання навіть не в персоналі, конечно, а в системі, яка не відторгає такі речі. Да, именно так. И эта система, она все-таки она персонифицирована в значительной степени, потому что у этого человека так построены мозги. Он пришел не строить демократическую Украину, в которой с удовольствием будут жить люди. Он пришел развивать и укреплять и расширять свой бизнес, в том числе за счет кармана граждан нашей страны. Так вот, берем третье требование. Выборы. Требование реализуемое, точнее закон о выборах, требование реализуемое, но на фоне двух вот этих первых, о которых я сказал, которые требуют многомесячной процедуры, Порошенко сманипулирует. Он скажет, хорошо, давайте голосуем. Проголосовали в первом чтении, пусть даже такой работоспособный закон. Дальше они, и это право депутатов, и это нормально, да, они там 5000 поправок внесут. И дальше это опять затянут на несколько месяцев обсуждения в комитетах, процедуры и так далее. На мой взгляд, в этой ситуации надо отдавать себе отчет в том, что без изменения политической власти в стране провести фундаментальные изменения, которых ждут граждане, вот те самые настоящие реформы, та самая эффективная и результативная борьба с коррупцией, те самые усилия, которые в конце концов принесут мир и вернут наши территории, без смены власти невозможно. Хотя бы парламента. И поэтому, на мой взгляд, набор требований должен быть. Это мой совет каждому из неравнодушных граждан. Потому что мы так или иначе влияем на этих организаторов акции, на будущих организаторов акции. Первое – это немедленная смена ЦВК. Пан Андрій, у нас невеличка пауза. Хорошо. Перша вимога, потім ми повернемось до спілкування на цю тему. Лишайтесь з нами.